Всем привет, с вами Эдгар, вы на канале Мысли от Эдгара. Сегодня очень хорошая новость. Приехали аппаратные кошельки Ledger Nano S. По-другому это флешки, на которых вы можете хранить свою криптовалюту. Это называется холодное хранение. Есть два варианта, где вы можете хранить вашу криптовалюту. Самый ходовой известный вариант — это вы в интернете находите ту или иную платформу популярную, защищенную, да, открываете там кошелек и держите свою крипту в этих кошельках. Но это чужой карман, и ваши деньги находятся в чужом кармане. Это как у вас есть на руках, не знаю, ну там 1 грамм золота. Он у вас в руках, или у вас в кармане, или у вас в шкафу. Все, золото у вас. Или вы отдаете свое золото в банк. Ну, например, в Сбербанк. Тоже неплохо, тоже защищено, все хорошо. Но если взять относительность, что мне лично удобнее, что для меня лично безопаснее, это когда моя крипта у меня в кармане. Так вот, я заказывал флешки, 5 штук. Они у меня приехали. Сейчас я распакую, покажу, как они выглядят. И в другом ролике я вам покажу, как они работают. Так вот, в чем прелесть данных флешек? В том, что вы здесь можете хранить всю вашу криптовалюту. И в случае того, если кто-то захочет взломать вашу флешку, а хрен он ее взломает. Знаете почему? А потому что сюда не подключен ни интернет. Вообще ничего не подключено. Просто вот есть флешка и все. И при этом на этих флешках можно хранить очень много разных вариантов криптовалют. Так, как вы видите, 5 штучек. Красавчики! Заказывал я их из Франции. Сейчас ограниченное количество. В ближайшие несколько месяцев этих флешек больше не будет. И, кстати, они стали дороже. Вот они, 5 штук. Новенькие, новенькие. Прям вот. 5 единиц. Вообще красота. С подобной темой я сталкиваюсь впервые. Я заказал, кстати, еще одну другую фирму и буду ее сравнивать. Но на рынке эта фирма является самой популярной. Называется Ledger Nano. Там есть Ledger Blue и Ledger Nano S. В чем разница? Здесь флешка маленькая, компактная. А есть еще, например, что-то типа планшета, мини-планшета. Но она там в разы дороже. Вся фишка там заключается в том, что вы можете просто там нажимать на кнопочки. Тот вариант дорогой, но даже фишка не в том, что дорогой, а просто нету. В ближайшее время я не знаю, когда появится. Я сразу заказал вот таких вот 5 штук. В чем прелесть данной темы? В том, что на этой флешке можно хранить большое количество криптовалюты. Также это очень безопасно. Безопасность заключается в следующем. Крипта хранится на флешке, сюда нет доступа интернета. Никто не сможет просто пробраться. Вы ее заливаете и просто убираете себе вот, я не знаю, там на полочку куда-то. Все, она здесь. Когда вы будете активировать флешку, у вас будет 24 слова, которые будут являться защитой. И никто не сможет ее взломать, открыть и забрать вашу криптовалюту, если они не знают эти слова. Их нужно будет записать на бумажку, не знаю, на какое-то местечко и куда-нибудь сохранить. В случае того, если вдруг вы закатали сюда вашу криптовалюту, положили себе в карман эту флешку, пошли гулять, и в процессе вы эту флешку потеряли, злоумышленник нашел, если это злоумышленник, конечно, но хочет ее взломать. Он не сможет ее взломать, потому что
он не знает эти 24 слова. И тут возникает вопрос. Ну и все как бы понятно, злоумышленник не получил крипту, а я что, остался без ничего? Нет, ребята, для этого вы заказываете такую же флешку, она вам приезжает. И вы на ней вводите эти же 24 слова или те слова, которые запрашивает новая флешка при активации. И вся та криптовалюта, которая была на потерянной, будет на вашей новой. Никуда она не денется. И вот этот момент, когда я узнал, меня это очень сильно порадовало. Потому что я только вот этот момент хотел уточнить. Если я ее потеряю, а вдруг она, например, сломается... Ну, не знаю, кто-то задница на нее сядет, а, ну, переедет ее, в пожар попадет, ну, мало ли что, там, ребенок в унитаз спустит эту флешку, а там вся моя криптовалюта, и вы закупились этой крипты на 1 000 000 рублей, например. И что, все? Нет. Оказывается, нет. Все у вас сохраняется, и это сразу же поменяло мнение по поводу... холодного хранения, и я даже не задумывался, сразу купил 5 штук. 2 единицы я оставляю себе. Для чего? Ну, потому что я только что сказал, если вдруг мой ребенок это спустит в унитаз, то у меня будет вторая, чтобы я быстренько мог активировать. Чтобы работать с данными флешками, вам нужно ее распаковать, активировать, записать 24 слова, подключить к компьютеру. Потом на этом компьютере у вас появятся варианты, какие кошельки вы хотите использовать. А этих кошельков, как вы видите, здесь целая куча. Самые стандартные сюда входят. Это биткоин, эфириум, литкоин, Dash, DAG, Zcash. В общем, все самые ходовые есть. Без проблем. Заливаете, и процесс заливки криптовалюты на ваш кошелек и... перечисление работает только при условии, если флешка подключена. Нет флешки, ничего не работает. Есть флешка, все работает. Все. Фишка криптовалюты заключается в том, что она децентрализована. И я тоже хочу действовать таким же методом. Что это значит? Если я буду хранить всю свою криптовалюту, например, тот же биткоин я храню на кошельке блокчейн, и вся моя крипта будет находиться там, и в случае того, если данный кошелек рухнет или этот сайт кто-то взломает, что-то произойдет, то я попрощаюсь со своей криптовалютой. Поэтому это называется централизованный способ хранения, когда вы все держите в одном кармане, все в одном кошельке. Так нельзя делать. Нужно себя обезопасить и разбивать хранение на несколько вариантов. Часть денег у меня будет на блокчейне храниться, еще на другом кошельке. А основная часть я буду держать в виде холодного хранения именно на Ledger Nano S. Также у меня будут скоро еще и другие вариантики для сравнения. В общем, ребята, отличная тема. Давайте просто распакуем мой вариант. Я вот эти 3 трогать не буду. Я их заказал для людей, которые являются моими рефералами. Если они заинтересуются, я вам могу эти флешки продать. А также, если они реально вас заинтересуют, то... я хочу сделать такую штуку. Соберу оплату предварительную и закажу крупную партию. Получится, я смогу договориться с компанией. Я буду являться как продавцом. Они сделают там скидочку, чтобы это все дело в итоге вышло дешевле. И закажу крупную партию. И вы сможете тоже себе получить. Я просто по почте их вам отправлю. Вот они все запакованы. Трогать я их не буду. Мне это, в общем, в принципе-то и не нужно. Так. Давайте я сейчас сделаю распаковку. И мы посмотрим, что там находится внутри. Мне самому интересно, потому что делаю это первый раз. Тут сзади на коробочке, как вы видите, показана сама флешка. Биткоин, эфир, фиду, USB. Так. Снимаем пленочку. Прям у меня такое ощущение, как будто я новый iPhone распаковываю. Все то же самое. Открываем коробочку.
Вуаля! Вот такая вот флешка. И вы увидите ровно то же самое, когда будете распаковывать. Здесь видите пылиночка, да? Это Франция. Тот, кто упаковывал, ее сюда положил. Это французская пыль. Так что красота. Je m'appelle. И все такое. Так, здесь есть сама флешка. Вот она. Так, сейчас я сам ее посмотрю. Открывается вот так вот, как раскладной ножичек. А, как перочинный, так, прям, знаете. Так, опа. А, нет, так не получается. Так, не выходит. Короче, вот так вот раскрывается. Такие флешки нужно на зону отправлять. Авторитетом криптовалюту хранить. Хорошо подойдет. Мне очень нравится. Здесь есть дисплей. Две кнопочки. Вот тут. Сейчас у меня тут отсвечивает все это дело. В общем, здесь две кнопочки. Есть дисплей. А потом место, куда подключается сама флешка. Для подсоединения к компьютеру, гаджету, на котором установлен у вас там интернет есть. А, так, здесь у нас идут бумажки. Потом идет вот такая вот книжечка. Так, сейчас посмотрим, что это за книжка, для чего она нужна. Так, книжечка, книжечка. Аккуратненько постараемся это все дело достать. Так, а, все понятно. Смотрите, тут они сделали вот такую вот бумажку, в которую вы можете вписать все эти 24 слова. 24 слова для безопасности и все, без проблем. Кстати, у них на сайте еще продают такую специальную штуку. Железную. Вот если тут, не знаю, увидите. Из железа сделано. Там вы просто собираете из букв все эти слова, и типа вообще никуда это не денется. Ну, я думаю, это заморачиваться уже не нужно. Такая штукенция стоит $200. Я думаю, вряд ли ее кто-то купит. В общем, есть такие вот бумажки, буклетик. Потом есть USB кабель. Это подключается к флешке. А с другой стороны USB. Вы подрубаете уже компьютеру. И есть у нас еще такой вот шнурочек. Тоже прикольная, кстати, тема. Вы можете это замотать ей, чтобы было удобно ее хранить. Просто вот можно, если вы где-то находитесь, вот так вот одели, и она у вас висит как кулончик. Ходите с этим кулончиком. Даже если кто-то пробежит мимо такой, раз хапанет эту флешку у вас. Но вряд ли кто-то это сделает, потому что не так много, в принципе, в России людей, которые понимают, что такое криптовалюта. А мошенники тем более этой фигней не занимаются. Воришки в криптовалюте ни черта не понимают, поэтому вряд ли они будут твою флешку, которая висит здесь, бежать и у тебя забирать. Думаю, что там просто закачана какая-нибудь музычка. Так что, ребята, но даже если, допустим, что они у вас ее забрали, ну и фиг с ним. Ты не будешь бежать за этим воришкой, типа, отдай мою флешку, слышь ты, там вся моя жизнь. Ну пусть бежит с ней, как бы. До свидания. Ты приходишь домой, распаковываешь новую, вводишь эти 24 слова, и все, и твои деньги здесь. Отлично. Вот именно эта система мне очень понравилась. Так что, ребята, вот такая... А, ух ты, ничего себе, тут еще есть. Кроме вот такого шнурочка, который вы можете повесить себе на шею, ходить гордиться, что у вас есть такая флешка, вы можете это все дело еще... Так, посмотрим, что это. Это ткань, да. Это вязаная какая-то штука. Ну, в принципе, прикольно сделано. И вот такая вот тема еще, колечко. Это на ключи. Кстати, очень хорошая штука. Подвязал все, ключам привязал. И все, твоя крипта. Я всегда с собой беру. Не видеокамеру, а вот. Ну, я, в принципе, блогер и камеры тоже. Криптовалюту. Ну, я не знаю, тут не звучит, конечно. Но у меня всегда моя крипта с собой будет. Вот так.
Когда нужно, например, кому-то что-то перечислить, раз, подрубил к ноутбуку. Все, вопрос решен. Ну все, ребята, вот вся комплектация. Шнур, шнур, шнур. Два шнура, так, чисто потаскать. Это чтобы подрубить компьютеру. И кольцо себе на нос. Как делают быки. Все. И вот эта вот бумажка. Так что, ребята, смотрите следующий ролик, как я буду подключать эту флешку и попробую сделать активацию. Посмотрим, что из этого получится. Ставим лайки, подписываемся на канал. Увидимся. Прошу прощения за крик, но у меня просто вызывает отвращение то, что творят эти люди в правительстве. И они делают это через центральные банки и через контроль денежной массы. И биткоин лишит их такой возможности. Вы можете купить биткоины на заправочной станции Shell. Проверьте. Так, $2. Операция завершилась. О, $2 биткоинов. Прям вот так. Через это устройство. Я только что перевел наличные в цифровую валюту. Так думать, что переходить на биткоин слишком поздно, все равно, что думать, что слишком поздно начинать пользоваться интернетом или сотовым телефоном. Также не поздно использовать биткоин. Если биткоин станет очень популярным в мире, то биткоины будут стоить по крайней мере $10,000 за единицу, если не сотни тысяч долларов за один биткоин. Так что думать, что начинать использовать биткоин слишком поздно, все равно, что думать, что слишком поздно начинать пользоваться интернетом. Конечно, нет. Он повсюду. И также биткоин проникает во все сферы нашей жизни. Новые деньги — это не грязное слово. Новые деньги — это не бумага. Это прогресс. Старые деньги закрываются в 5. Новые деньги открыты круглосуточно. Старые деньги застряли в прошлом. Новые деньги ежедневно совершенствуются. Старые деньги — это вот эти люди. Новые деньги — это все люди. Старые деньги, подвиньтесь. Новые деньги в городе. Биткоин — это новые деньги.